прикладывал руку к любым начинаниям, это все должно было у него perfect. Илюша, это огромнейшая потеря. Пройдут годы, чем больше годов будет проходить, тем больше мы будем чувствовать его отсутствие. На Востоке говорят, когда умирает отец, рушатся стены дома. Когда умирает мать, рушится фундамент дома. Я уверен, когда дети заходили к отцу в дом, они чувствовали фундамент притяжанный. Но все стены дома были сквозные. Они потеряли тот гард, ту защиту, которую на протяжении всех лет жизни они чувствовали, стоя за спиной своего любимого отца. Худо рахмат кадбоше, 11 месяцев прошло, барух ашем. Суд, согласно Зоара Кадош, небесный суд, закончился. Мы уверены, я 100% гарантию даю, что суд был очень мягким. Есть такая штука в Зоара Кадош, я хочу всех обратить внимание. Говорят мудрецы сокровенного учения.